Это Зеленодольск. В карантин. Очень мало людей вот тут. Район Полукамушки. Известный исторический район города. Вот так он отреставрировался. Он много раз горел. Но, слава богу, восстанавливают. Людей на улице не так много. В основном люди ходят только за продуктами. Я сейчас тоже прокатился за продуктами. Помочь чаще продукты привезти. Вот. Машины есть, но это в основном все машины, которые стоят целыми днями. Жители этих домов. Машин ездит не очень много. Особенно сегодня. Вчера как-то было больше. В пятницу. А сегодня суббота. Перед Пасхой. И, соответственно, не сказать, что люди как-то боятся, но молодцы, стараются соблюдать режим самоизоляции все-таки и находиться дома. Ну, такой наш город. Это центр города. Справа находится Парк Победы. Там вот можно видеть вертолет Ми-24 стоит. Вот время 16:10. И сейчас прокатимся немножко по городу, завезем продукты. Так что вот такое вот сегодня получится видео. Вроде бы все спокойно, слава богу. Не сказать, что люди как-то сильно переживают, но стараются соблюдать в магазинах расстояние. Маленькие магазины заходят по одному сознательно, никто не ломится никуда, никто никуда не старается обогнать. Если кто-то спрашивает, кто-то очень уж сильно торопится, кто-то заканчивается пропуск или еще что-то. Вот как у меня, например, сейчас осталось 24 минуты. Мне еще надо съездить, кто знает, на Мирный, в другой конец города, туда вернуться. Вот. И, конечно же, я в магазине попросил, чтобы меня пропустили без очереди, потому что смотрят, пропуска проверяют. Ну и самому, это же самосознательно должно быть, в первую очередь. Самоизоляция без самосознательности – это не очень эффективно. Поэтому я, в первую очередь, стараюсь, как и остальные люди, я думаю, успеть сходить везде за отведенный час. Если уж совсем понимаю, что не успеваю, продуктов много надо чаще привезти из разных магазинов, еще что-то, ну я всегда, конечно, второй час задействую. Вот. Это наш тут парк в городе. Кто знает, это дворец имени Горького, дворец культуры завода Горького. Точка протяжения, бывший стадион «Авангард», сейчас он площадка для городских различных праздников. Можно посмотреть, что движение не такое интенсивное. В субботу бы здесь было движение очень плотным, а сейчас на субботу это очень-очень даже неинтенсивное движение. Так что все в порядке, все нормально. Что хочется еще отметить? Хочется отметить, что как-то меняется, я думаю, очень сильно поменяется у людей менталитет, понимание всего. Почему? Потому что ситуация необычная и необычная для многих людей. Мы все находимся в режиме самоизоляции, все поменяли формат работы или на дистанционную какую-то удаленную работу. Другие ребята, конечно же, кто-то просто в отпуске, очень тяжело бизнесменам, конечно же, тут без всяких разговоров, но это время, которое надо преодолеть, пережить, жить дальше. Поэтому всем нам, конечно же, здоровья, успехов, чтобы все получалось, чтобы солнцу радовались бы, родные, близкие все были бы живы-здоровы.
дети были бы живы, здоровы. Все-все было хорошо бы, конечно. Вот. Поэтому вот такой вот город. Даже в известных больших магазинах не так много людей. Пятерочки, например, там, в Магните. Люди стараются покупать на несколько дней вперед, видимо, минимизировать хождение по этим магазинам и так далее. Все правильно. Вот там проверяют. Сейчас и меня проверят тоже. Вот так вот тут людей смотрят, чтобы люди соблюдали бы режимы и ходили. Все правильно. Это меры нужные, меры оправданные. Потому что если этого, конечно же, не будет, то люди могут заболеть в очень большом количестве. И тогда, конечно же, не дай бог, нагрузка огромнейшая будет еще. Она и так огромная, да? А будет еще больше нагрузка, конечно же. Поэтому надо себя беречь, себя всячески стараться поддерживать, чтобы все было хорошо. Вот. Поэтому это мое первое видео на канале. Так что, если что, тут пока еще учусь, как говорится, смотрю, как делают другие люди. Поздравляю всех вас, ребят, с праздником приближающимся, с Пасхой. Все хорошо было бы, все получалось, в жизни были бы все живы-здоровы, все-все бы у нас получалось. Ну, поеду сейчас чаще, как я сказал, и домой, и дальше работать, заниматься, учиться, учить.